Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать те сорта томатов, которые поспели уже на 29 июня. И вот одним из сортов у меня здесь оказался опять русский богатырь, которого я не хотела вообще нынче высаживать. Даже сделала пометку в тетради, что не нужен он мне. В прошлом году, кто смотрел уже мое видео, они могут запомнить этот томат, потому что у него в прошлом году было много-много-много цветков, и я вот не убрала эти цветы вовремя, получилось много завязи, он немного измельчал, и это очень высокорослый томат, и я в прошлом году, растение очень мощное, в прошлом году устала с ним бороться, вот оно дорастает у меня до самого потолка, потом там заваливается, я даже сделала пометку в тетради, что в этом году не надо садить русского богатыря, лучше посадить такие более низкорослые томатики. Но этот русский богатырь меня очень удивил. Я его не посадила на легальной основе, так он все-таки пробрался в качестве пересортицы. Я вам весной же рассказывала, что я вот эти кусты должны были быть все русские колокола. А так как названия у них похожи и коробочки с семенами стояли рядом, я, вероятно, опять по ошибке забралась в эту коробку и посадила этот русский богатырь. И вот он не мытьем, так катанием опять у меня оказался в теплице. Снова я борюсь с его вот этим обилием вот этих завязей, обилием цветов. Очень много в кистях. Я уже рассказывала, когда я убирала половину цветов. Больше 20 до 30 даже цветов в одной кисти. И если все их оставить, они мельчают. Видите, вот здесь вот. Они должны быть крупноплодные. Вот сейчас я вам опишу. Тем, кто любит высокорослые, индетерминантные томаты в теплице, он, конечно, подойдет. Он урожайный, он плодовитый. Но вот я просто не люблю высокие, потому что сложно мне с ними здесь. Вот русский богатырь, он считается среднеранним. Но это сорт для парников, пленочных теплиц и открытого грунта, но лишь в южных регионах. Это теплолюбивое. И в сибирском регионе его все-таки не стоит на улицу высаживать. Растение очень мощное. Как я уже говорила, индетерминантное. Высотой 2 метра. Требует тщательного посынкования, подвязки. Плоды красные, мясистые, крупные, отличного вкуса. И масса плода 350-500 грамм. Может достигать до 800 грамм. Ну и ценность сорта, как обычно, крупноплодность, транспортабельность. Идеален, всегда пишут, что этот сорт идеален для рыночных продаж. Ну, конечно, он крупный. Вот смотрите, вот моя рука, вот этот плод. Он крупный, и если за ним хорошо следить его, если формировать достаточное количество завязи, вот видите, спеет. И несмотря на то, что он такой крупный, вот у меня плод еле в ладонь помещается, он спеет рано. Вот видите, конец июня, а он уже вместе со всеми, которые ранние томаты, он созревает. Несмотря на то, что он здесь был у меня незваный гость, то куда деваться, будем выращивать его. Плоды, как сказать, вот смотрите, густо, томат густо обвешан вот этими плодами, и зависть идет дружно. Она вот до самого, вот сейчас, как я уже еще раз повторюсь, конец июня, а уже вот где сформировались плоды на расстоянии, ну, более метра уже. И вообще он весь уже вырос во всю длину. Так что скоро вот эти плоды все нальются. И для получения раннего урожая, если у вас время ухаживать вот за этими высокорослыми, если выращиваете на шпалере, конечно, никаких проблем. Веревку накрутили и вперед по веревке. Он очень вам подойдет, если вы любите высокие, индетерминантные вот такие сахаристые, мясистые, крупноплодные томаты. Вот это русский богатырь. Он тоже у нас созрел в конце июня. И очень, можно сказать, что урожайный сорт, хороший. Но не для меня. Для любителей индетерминантных сортов. Все, до свидания.